Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать маленький бесплатный плагин на WordPress, который позволяет управлять панели администратора вот этого бара. Простыми словами, вот этой вот полосы, которая у нас есть в WordPress. Положение. Либо это сверху, либо это снизу. И возможность есть вот так вот сворачивать эту панель. Ссылку на данный плагин вы найдете в моей статье. Соответственно, ссылку на статью вы найдете под видео. Интересно, что этот бар можно сделать на мобилке, допустим, внизу, на компьютере наверху. Помните, что неавторизованные пользователи вообще не увидят вот эту вот панель. Давайте посмотрим. Вот его название. Я его уже установил. После установки данного плагина вы найдете его вот здесь в настройках. Вот его позиция. Перейдете сюда. Он переведен на русский язык. И настроек здесь немного. Давайте их разберем. То есть компьютерная версия сверху показывается. Вот он у нас наверху. Но, то есть как обычно, но только здесь еще добавляется вот такая штучка прикольная. И дальше... А мобильная версия я выставил снизу. Можно также оставить наверху. Это можно очень легко проверить. Просто через имитацию мобильного устройства. Вот вы видите вот этот ярлык уже внизу. Я на него нажимаю, панель возникает. На компьютере, соответственно, панель остается наверху. И переключатель. То есть именно вот эта вот штучка, которая сворачивает и разворачивает эту панель. Можно вообще ее отключить, тогда бар будет в принципе такой же, как и всегда. Он может быть снизу, сворачивать его будет нельзя. Либо также на компьютерной версии он может быть слева или справа. Давайте сделаем слева. На мобильной версии он будет справа. Сохраним настройки. Обновимся. Видим вот этот переключатель теперь слева. На мобильной версии он у нас получается справа. Вот такой вот маленький, но я надеюсь полезный плагин. Вот мне очень часто даже бывает, что эта панель меня раздражает. Но, как правило, я ее вообще отключаю. Но кому-то удобно отсюда быстро попадать в консоль WordPress. Поэтому, возможно, удобно будет просто ее свернуть. Поэтому я считаю, это крайне интересный и полезный плагин. Полезен ли он будет для вас, напишите об этом в комментариях. Я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на
более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.